что настоящие личности не испорченные ничем, доверчивые и бескорыстные. Кого-то точно стошнило бы от того, кем в итоге он станет, а кто-то добьется того, о чем не мечтает, не суть. Суть в том, что мы никогда и ни за что не признаемся, а точнее не поймем, что идем к навязанной кем-то цели и зачастую по чужому пути. Ведь нас так легко увлечь, так легко сбить с толка. Устами детей глаголит истина, но дети вырастают и становятся нами, а мы забываем себя вновь. Увы, но так коротка наша память.